Всем привет! Думаю, что многие не ожидали моего возвращения после 9-месячного перерыва. Но на самом деле на то были свои причины. И муравьев больше на канале не будет. Сейчас мое главное направление — это арахниды. И о двух из них в моей коллекции я хочу рассказать сегодня. Поехали! Начнем с телефона, и первое, что меня впечатлило, это его довольно массивный внешний вид. Благодаря своему крепкому хитину, он может охотиться даже на таких насекомых, как мобильные сверчки. Охоту, кстати, можете посмотреть прямо сейчас. Сначала жертва ощупывается, а потом оказывается в его очень крепких объятиях. А дальше он начинает ее поедать. Да, прямо на месте. И, в принципе, любые попытки сопротивления бесполезны, так как телефон очень сильно сжимает добычу. А еще телефоны абсолютно не пугливые. Они позволяют снимать себя практически впритык и под ярким светом. Им, в принципе, все равно. Телефоны также любят копать норки. И на данный момент он как раз этим и занимается. Под кокосом справа. Однако снять себя за этим занятием он не дает. Сейчас он сидит в укрытии и постепенно роет норку. Еще, как я понял, они довольно любят хорошую вентиляцию. Но упрощает дело то, что они не умеют лазить по гладким вертикальным поверхностям. И контейнер с ним всегда стоит открытым. Мой телефон вроде как не совсем взрослый. И поэтому ему еще предстоит пару раз перелинять. Но на данный момент он уже меня радует. И следить за ним, как и за Фрином, вы сможете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Раньше я не воспринимал фринов как объект для содержания в будущем. Однако, когда я увидел фринов вживую, я понял, что это мое, и решил прикупить себе вид Diamond-диадема где-то 5-й линьки. Но вот когда я пришел домой, я понял, что мне продали фрина с одним жгутиком. В целом, это не критично, но фрины сами по себе любят тупить. А при охоте, так еще больше. Но вот с одним жгутиком это будет делать еще легче. Поэтому я как-то даже немного переживаю за него. Хотя в целом это не критично, и Фрин спокойно может функционировать без жгутика. На данных кадрах он даже ест сверчка, которого сам поймал. Правда, не без моей помощи и не без потери времени на приблизительно 30 минут. А сейчас это чудо природы спокойно сидит под кусочком коры и отдыхает. Следующее кормление я также покажу в своем телеграм-канале. А пока будем наблюдать за ним. До встречи!